بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Мир вам, сограждане! Слава Всевышнему Аллаху! Заканчивается благословенный месяц. Месяц, когда был ниспослан священный книга Коран, месяц Рамазан. Мы празднуем Айда Аль-Фитр, праздник Разговения. Слава Всевышнему! В этом году праздник Ураза Байрам проходит на хорошем уровне, так как у нас строится мечеть. Мы очень благодарны нашему первому президенту Муртазу Губайдулушеву и фонду Урала, так как они финансируют этот мечеть. Этот мечеть будет, иншаллах, красой Уфы. Эта мечеть будет подарком для всех мусульман России и Башкортостана. От имени Духовного управления поздравляю с праздником Ураза Байрам. Пусть Всевышний Аллах снизошлет благоденствие Республики Башкортостан, а также Россия, чтобы новые семьи создались в республике, чтобы дети жили вместе с родителями, чтобы у нас поднималось производство, чтобы у нас была духовность, чтобы у нас был всегда межнациональный и межконфессиональный спокойствие. Дай Всевышний Аллах всех благ для России и для Республики Башкортостан. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.